UI Superhuman. По поводу Тифеста, сейчас я расскажу. Слушайте, слушайте. Кто там за него топит? Чё по вареникам? И убери ссылку на концерт со стрима. Да, надо будет убрать. Сейчас вот момент будет. Ведь они хотят мое имя, но улетает так мимо. Улетает так мимо. Одно, я знал. Одно, что-то там. Одно, я знал. Ведь они хотят мое имя, но улетает так мимо. Все, короче, я, блядь, вообще... русский рэп я перестал слушать. Единственное, кого я реально могу послушать из русских рэперов, это Гуфа. Бля, без шуток, Гуф реально пиздатый. Он довольно-таки простыми словами описывает очень интересные вещи. Ну, точнее, он может описать вообще все, атмосферу передать, что он хочет донести. Он рассказывает, знаете, типа, я еду, затянулся сигой, ну уж не так, как я. Типа, выдыхаю в окно, и ты сидишь в наушниках и понимаешь, блядь, что происходит. Он объяснил все. Круто, круто. Он крутой.